Так произошла поклевка. Ну вот и про хвост Firetail, цвет соль с перцем. Была первая поклевка, он промазал, через несколько метров добрал. А размер приманки? 7 дюймов 18 сантиметров. Значит, вот такой он, сколько он тут? Кило 200, наверное, судачишка. Да, веселый. Вот такую крупную приманку. Выпускаю. Все, бодро убежал. На самом деле мы с Димой проверяем такую теорию на местах, где судак клевал в начале лета, то есть на буграх, скажем, с глубиной метров 5, со свалами там на 7, на 8, на 9. Сейчас клюет судак граммов по 200, причем там его засилие полнейшее. Мы решили проверить теорию глубины, да, мы сейчас стоим перед бугром, бугор где-то, наверное, 7,5-8, да, что-то такое, и сваливается все метров на 14. И вот он сначала где-то, наверное, метрах на 10 его понюхал, и метрах на 12 примерно, практически недалеко у лодки, уже его добрал. Собственно говоря, теория воплотилась в практику, все работает.